вам покажу, как я делала листочки и веточку для этой розы. Роза у меня есть, бутон есть, одна веточка есть. Покажу, как я делала веточку с листьями. Листочки у меня уже есть, заготовочки. У меня есть вот такой шаблон. Этим шаблоном я пользуюсь давно. Ширина, высота шаблона 10 сантиметров. Ширина шаблона 5 сантиметров. Берем шаблончик и вырезаю. Я ложу листочек по бутылке вот так. Не страшно, если здесь идет переход бутылки. Здесь покруглее и пошире, здесь поуже. Это ничего страшного. Будет очень даже хороший листочек. Вырезаем. Я уже нарезала таких и наделала листочков. Здесь срезаем немножечко. Берем листочек, перегибаем его пополам. Перегибаю его пополам. Потом делаю прожилочки. Делаем прожилочки такие. И обхожу весь вот этот листочек на свечке. Обжигаю на свечечке. На свечечке я обжигаю сильно, так, чтобы был как рубчик. И на наших прожилочках, где в листочке прожилочки, как будто бы как задерживаюсь немножко, углубляюсь вовнутрь, чтобы он получился как с волной такой. Получается вот так вот. Здесь идет как волна. Теперь в этом листочке я здесь и здесь сделаю две дырочки. Проколю дырочки горячим шилом. Я сделала две дырочки во всех листочках. Вот они у меня все листочки. Потом я брала вот такую вот ленточку из пластиковой бутылочки, не широкую, узенькую, вставляла дырочку, протягиваю. Сейчас я порву ситуацию немножко. Так вот. Вставляю опять верхнюю. Затягиваю. Беру ленточку с другой стороны, другой конец, и протягиваю, так сказать, еще раз в дырочку. Получается, как туда-сюда листочек. Две дырочки, одна туда, другая сюда. Получается вот так вот. Верхний листочек, самый верхний листочек, я так не делаю. Будем сейчас мы обматывать нашу проволочку и делать вот такой вот листочек. Проволочку, то есть ленточку, я уже беру пошире. С краешка немножко обрезаю, чтобы она была потоньше немножечко. И вставляю с лицевой стороны в нижнюю, верхнюю, как бы так сказать, вот в первую, во вторую, оно как получается. Первая с одной стороны и с другой стороны она первая или вторая. Вот так вот. Дырочка у нас одна остается. И затягиваем ленточку. Ленточка наша будет скручиваться
трубочку. Трубочку переворачиваем так, чтобы она смотрела вниз. Вот так вот. Берем нашу проволочку. Проволочка алюминиевая, мягкая, хорошая, не толстая. Вставляем ее в обе дырочки. Листочек протягиваем. И кончиком упираемся в ленточку с обратной стороны. Закрываем ее. Проскакивает немножко, значит, чуточку подлиннее сделать ленточку. Вот так вот. Вот. А с этой стороны мы уже обкручиваем наш листочек вместе с ленточкой. И затягиваем хорошо-хорошо. Пассатижами мы можем просто тут взять немножечко и подмять. Все. И все вот это вот мы запаиваем на свечке. Обматываю хорошо. И все вот это запаиваю на свечке. Запаяв, немножко подпаяв, я подставляю следующий. Неудобно. Подставляю следующие листочки и закручиваю их. Расправляю хорошенько. Разворачиваю, как мне надо. Так. И подставляю еще один листочек. Заматываю и запаиваю. Сейчас я все это сделаю аккуратненько, потому что время идет, свечка горит и неудобно показывать. Итак, я подставила два листочка, разложила их, разровняла их хорошенечко. И теперь на свечке подпаиваю. Это не быстро, это процесс долгий. Теперь я буду подставлять следующие два листочка. Точно так же подставляю два листочка. Ой, вот. И буду обкручивать. Если листочек попадается на бутылочке и вырезается вот такой вот неровненький, он будет очень хорошо смотреться в листочке. Итак, я закрепила еще два листочка. Держатся они у меня очень хорошо. Выгнула я их так, как мне нравится. И теперь буду подставлять свою розу. Розу я буду подставлять вместе с бутончиком. То есть бутончик из проволочки. Итак, подставляем розу. Я в бутончик под низ вставляю ленточку. Я ее здесь фиксирую. Ленточку беру чуть пошире, потому что будем обматывать проволочку вместе с листочками. Зафиксировала, затянула. И теперь подставляю проволочку к нашему бутончику. И все вместе обкручиваю лентой и запаиваю на свечке. Запаяв немножко здесь, я подставляю листочки. Обкручиваю и запаиваю. Листочки я подставляю пока к бутону, вот такие вот небольшие. И запаиваю. Вот так вот закручиваю.
и запаиваю. Итак, веточка розы у меня готова. Я еще один раз прошлась ленточкой туда-обратно, подпаяла, закрепила. Хвостики я не обрезаю, я оставляю. Выгнула веточку, как мне захотелось, как красиво смотрится. И вот получилась у меня еще одна такая веточка розы. Теперь у меня две веточки розы. Две веточки роз. Кому понравилось, оставайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне очень приятно. А сейчас всем пока, до новых встреч!